УМВД России по Рязанской области призывает жителей региона в сложившейся эпидемиологической обстановке держать связь с пожилыми родственниками и предупредить их о необходимости быть бдительными в отношении разных видов мошенничеств. Рязанская полиция акцентирует внимание граждан на возможной активизации действий злоумышленников в отношении пожилых граждан, находящихся дома на самоизоляции. Злоумышленники могут использовать различные приемы. Например, сообщить о несуществующей болезни у вас или ваших родственников и необходимости приобрести дорогое лекарство, о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии. К подобным заявлениям следует относиться осторожно, обязательно взять паузу и перепроверить сказанное. УМВД России по Рязанской области настоятельно рекомендует при поступлении подозрительных и неожиданных звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию, своим детям и внукам или в полицию. Прежде чем принимать решение, посоветуйтесь с вашими близкими. И ни под какими предлогами не допускайте в квартиру посторонних лиц. Также ни под каким предлогом нельзя передавать посторонним банковские персональные данные и дополнительный код банковской карты, указанный на ее обороте. Не поддавайтесь на провокации мошенников, берегите свое здоровье и не дайте себя обмануть. Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, позвоните в полицию по телефону 02-102 с мобильных операторов или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области 27-08-60.